привет, зритель. Если ты немножко кретинист, то тебе ко мне. Ну, в смысле, дай лапу. Мне близкий родственник сказал, что тут где-то есть облепиха, но я подозреваю, что я, по ходу дела, слегка перепутала берега. Ну, было бы понятнее, если бы мне на бумажке объяснили, нарисовали, показали, а не на словах, потому что иногда человек так объясняет, что хрен поймешь. Но я вот просто показать взяла камеру. Вообще довольно холодно. И, может быть, в таком прикиде не ходят. Ну, кто не ходит, значит, того такого прикида просто нету. Это камышка, впадающая в Волгу. Вот тут я поднялась, тут вообще два возможных варианта поднятия. Но тут безопасный для меня спуск, по крайней мере, по траве, а не по грязи. Нет такого, что резкого спада, что есть шанс долбануться. У меня как-то с этим проблемы. Тем более, когда грязно. В общем, я подозреваю, что, конечно, есть шанс, что вон там, вон деревья. Вон я пальцем показываю приближенно. Короче, вон туда, куда камера сейчас нацелена. И там деревья как раз вот у бережка, там резкий такой спуск, не знаю, как сейчас. И у меня есть несколько таких кадров, прям компроматных, но вообще специально спуткал их, чисто на будущее или на настоящее, на тот момент постебать народ, и которые использовали дурики, что-то протаскивали меня на двачи, не знаю, как в этом году. Вроде мне ссылок не скидывали, но в прошлом году стабильно меня там протаскивали несколько лет подряд. И некоторые кадры, которые Насики у себя на форуме распрещали мои с ВКонтактиком. Причем мы там давно, может, я на втором или третьем курсе училась, пела, с подругой там гуляли после моих экзаменов стабильно, ну, когда я приезжала. И, может быть, там какие-то, конечно, растения есть, типа облепиха. Но, сдается мне, что это все-таки на другом берегу, и сегодня я туда сейчас уже не пойду, телефон почти разрядился, как-то лапки мерзнут, и, может быть, завтра не будет снега, там дождя, вчера вот я попала под снегодождь. Дождь и снег. И, кстати, в комментах дайте знать, кто тоже снимает, ну, на телефон там для себя, или вдруг тоже ведет блог, вот так вот по кругу. У меня вот есть товарищ, который внезапно вот один в один так же на телефон делает. Иногда, если что-то снимает, то, чтобы кому-то показать. Вот сегодня солнышко, хотя буквально полчаса назад, еще когда даже час назад, когда дома была и думала то ли до магазина сначала дойти, прогулку проверить, то ли сюда сразу ломануться, был такой намек на снегодождь или что-то такое. Но местами ветер, вот он сейчас закончился, но руки у меня как бы холодные, я в перчатках держу камеру, и вот перчатка отдельно. Короче, вот думаю, сейчас чуть-чуть вот просто здесь вот погулять обратно, наверное, уже пойду. Сейчас по грязи сюда не попрусь, наверное. Не знаю. А завтра можно будет вылезти. Или, может, когда пойду обратно, там вот сверну чуть-чуть на разведку, просто схожу, гляну, есть ли облепиха, если есть, то завтра схожу уже во всеоружие. Хотя сегодня тоже во всеоружие, мне и нужны с собой контейнеры. Давно я не снимала, вот, наверное, что-нибудь такое, чисто гулять с камерой. В итоге я таки забралась на противоположный берег, но как-то тут стало иначе, чем, допустим, лет 7 назад или летом, когда идешь, кажется, как-то оно совсем по-другому. Тут внезапно огорожено. А обоснованно или нет, не знаю. Но как-то стрёмно идти дальше. Что-то там как-то такие буераки, еще грязища. Я, пожалуй, сначала уточню у человека. Блин, что человек имел в виду. Ну, как вариант, сюда можно прогуляться. Может, в какой-то момент тут все-таки не так грязно будет. Подсохнет, приморозит. Так, чтобы не скользко, но при этом не грязно. Ну и все-таки прогуляюсь по деревне, когда давно мы с сестрой на великах тут ездили. Но я что-то все никак не сподоблюсь. Даже, по-моему, один раз пешком с одной знакомой ходили. Пошел я домой, ибо как-то, блин, холодно, люди. Пока.